Помешало, господа. Мистер Аллен, вы помните Флетчера Рида? О, да, да, рад тебя видеть, Флетчер. Кстати говоря, я видел тебя сегодня в суде, и можно сказать, что я очень фальшен. Флетчер мне рассказывает, что вы ему очень нравитесь. Ну, скажи, что ты думаешь о мистере Аллене? Ну, Флетчер. He's a pedantic, pontificating, pretentious он bastard, он a belligerent old мудак, fart, a worthless, steaming pile of cow dung. Фигурально выражаясь. Это самая смешная вещь, что я слышал в жизни. Молодец, молодец, Рид. Мне нравится этот парень. Ну-ка, скажи что-нибудь про Симмонса. Симмонс старик. Его надо было выгнать еще несколько лет назад. Он не хочет сидеть дома из-за своей жены. Вы ведь встречались с ней на рождественских вечеринках. Она называет его уродом. А ты, Том, самый большой мудил, как я видел. Я могу сказать мистеру Аллену, что ты продолжение его недостаток. Потрясающе, молодец. У тебя очень плохо пахнет изо рта. Ты постоянно падаешь во сне, а ты в прошлом году чуть не разбился на своей машине, потому что ты был пьян. Лузер! Идиот! Неудачник, идиот, дегенерат, шлюха. Мне нравишься, Рид. Молодец, мальчик. Это то, что нужно нашей компании. Аллилуйя. Ты принят. До встречи, мудила. Мудила, без цен. Присмотри за этим мальчиком, за этим мудаком.